В Алматы выбирали лучшего автоинспектора и лучшую автошколу. Конкурсы проводились в рамках акции о безопасности на дорогах мегаполиса. Половина мероприятий уже позади, но близятся самые зрелищные организации. Подробности в сюжете Дильмурата Муталипова. «Стань заметнее на дороге», «Заботливая мама» и «День взаимопонимания». Этот перечень мероприятий, которые проходят в рамках недели безопасности на дороге. С 10 числа полицейские призывают участников дорожного движения соблюдать всеобщие правила дисциплины. Первый день отработки был посвящен в большей мере безопасности пешеходов. Горожанам, особенно родителям школьников, рассказывали о том, почему важно иметь при себе светоотражающие значки или яркие элементы на одежде ребенка. Первый день мы проводили акцию под названием «Заботливая мама», где акцентировали внимание взрослых, общественность, допустим, учителей и родителей, чтобы они покупали детям одежду с светоотражающими элементами, чтобы в темное время или утреннее время, когда дети двигаются в школу, это было как было видно их на дорогах. Самим представителям правопорядка в дни подобных мероприятий приходится быть максимально тактичными. Кстати, компетентность полицейских оценивается отдельным пунктом. Во второй день акции это качество сотрудника было наиважнейшим. Они не штрафовали водителей за мелкие нарушения, а вели профилактические беседы. Автоинспекторам, которые справлялись с задачей наилучшим образом, даже вручили призы. Думаю, что не только ценный подарок, а то, что внимание руководства ДВД, руководства подразделения и его коллег, это будет в дальнейшем стимулировать и других наших инспекторов к улучшению своих показателей. Сегодня четвертый день недели безопасности на дороге. Впереди еще три события в рамках мероприятия. Самые зрелищные – это авторалли, байкер-шоу, автоледи. Они пройдут 15 ноября. Завершится неделя днем памяти жертв ДТП. Ежегодно в мире в авариях погибает почти 1,5 миллиона человек. Дильмурат Муталипов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».